Несмотря на то, что в бане генералов нет, этот комплекс не обошел народную проверку. Инспектировали банный дом на соблюдение санитарных норм. Я смотрю, разметочки у вас есть по обозначениям, чтобы осадка была в соответствии с рекомендациями. Ну, это вот как эпидемия началась, и рекомендации были, и Роспотребнадзор. После раздевалки отправляемся в главный зал, моечную. Здесь расположены гранитные сиденья, душевые и ледяная купель. Здесь все с фильтром, все фильтруется, каждый раз вода меняется. Температура какая? Температура водопроводная. Сердце бани – это парная. Здесь температура достигает 120 градусов. Но самое главное – пар. Его, как блюдо высокой кухни, готовят только профессионалы. Когда начинается приготовление пара, вот этим ковшиком сначала поддают воду, дают в печку. И когда насыщается парилка паром, приходит человек и начинает этот пар как бы разгонять, опускать его сверху вниз. И эту процедуру он делает несколько раз. Это для того, чтобы получить свежий, хороший пар. Подготовка парной начинается в 11 часов вечера, когда все посетители уже разошлись. Банщик растапливает печь на сухой березе. За 5 часов сгорает 1,5 кубометра дров. Жар кирпичная печь держит до конца дня. Проверку народного контроля этот банный комплекс прошел. Спасибо руководству комплекса, что пустили нас, показали, рассказали, объяснили, какие процедуры. Отрадно было слышать, что ни один житель нашего города не жаловался на этот банный комплекс. И позиция руководства – никакого алкоголя, только здоровый образ жизни. Проверка бани прошла в рамках проекта «Народный контроль». Подобные рейды регулярно проходят в городском округе и позволяют улучшить качество сервиса.